колышки вбили. Вот оно теперь уже никуда. И сильно туго тоже не надо, оно же начнет расти. А расти на этой территории орнитологического парка в Амеретинской низменности теперь будут 100 новых эвкалиптов. Саженцы были приобретены в местном питомнике. Их вырастили уже с расчетом на холода, чтобы не допустить гибели деревьев, как это было раньше. Эвкалипты, они осушают территорию. Раньше люди высаживали, чтобы осушать именно вот в том числе и в Адлере. Но в определенный момент истории, когда были заморозки, эвкалипты погибли, мы решили для себя, что нужно потихоньку восполнять утраченное. Вот. Тем более эвкалипты, они полезны и для здоровья, не только они полезны просто для местности, но и для здоровья людей. С этой же целью саженцы эвкалипта высажены у 4-й краевой больницы и на других участках Адлерского района. В прошлом году силами депутатов городского собрания Сочи уже была высажена первая сотня эвкалиптов. Акцию тогда приурочили к столетию комсомола. К сожалению, часть деревьев не выдержала летнего зноя, поэтому решили в этом году акцию повторить. Инициатор – депутат городского собрания Сочи Иван Савин. Об эвкалиптах он знает все и готов говорить о них часами. А главное, сам выращивает морозостойкие саженцы в собственных теплицах. Прошлогодние я сам выращивал семена, и мы высаживали. Потом мы высаживали на многих местах, еще есть в спортивных школах. Мы в школы их отдавал саженцы. Ну, то есть, ну, по городу, там, где была возможность и нужно было высадить эти саженцы, мы поддержим это. Сейчас у меня в питомнике небольшая коллекция, но есть. И к следующему году они будут готовы к посадке тоже. Найдем, может быть, какую-то школу, может, детский сад. Но, к сожалению, такой печальный опыт есть. Если мы высаживаем на общественных пространствах, за которыми нет уходных работ, у нас люди тоже очень любят деревья, и, к сожалению, пропадает много. Эти эвкалипты точно не пропадут. За ними будут присматривать и ухаживать сотрудники орнитологического парка. Следить за тем, как растут деревья, будут и те, кто их сегодня посадил. Молодые эвкалипты растут быстро. Через 5 лет они будут уже высотой 12 метров, почти с 4-этажный дом. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.